parados. No tiene agua. Episodio 10. Начать с пена или с чатака. Где это я? А вот и ты. Прости, я забыла твое имя. Введите ваше имя. Пожалуйста, Кэт. Да, Кэт, это я. Особо я хороший Кэт. Красивый музык. Наш кот проклят, и проклятие наложил Кэт. Значит, Кэт наложил беспорядок. А значит, Кэт он злодей. По кличке он зовал Кэт. Кэт, я соблюдаю тебе осторожность. Да никогда вы об этом не думали. А ты эликсир тебе, который поможет тебе, Кэт, для защиты. Да я об этом не уверен. Ваша команда объединилась. Музик и Маша. Вы получили одна энергия. Какой ужас! Поход заплатили, вон, а теперь прохода нет. А мы настолько глупые, что на лужайки мы не пойдем. Толкание, Кэт. Она неэффективная. Серьезно, удар, Кэт. Она неэффективная. Это может, Кэт, воспользоваться с мозгами. Сарказм, Кэт. Сарказм, Кэт. Она неэффективная. Что может случиться? Ай! Кэт получил серьезное повреждение. Думаю, он достаточно легкий. Легкий, чем он. Думаю, она гораздо лучше. Эй! Правжен поврежден. Гена, что ты здесь делаешь? Я отменил после покупок. Я получил покупки. Я получил центральную. Да ладно. Что тебе надо? Останови ее! Не получается! Ты кто ты после? Мы не можем так просто убежать. Мы не можем... То есть... Мы не можем так просто уйти. Но теперь надо убежать. Это дом мамы? Конечно. Значит, мы все возьмем. То есть, крабим. Нет, то, что нам нужно, это 7-4 шара. Это дом девочки, это дом Боба. Ну, поскольку я
Но поскольку я уже видел видеоплей... Ай! Ты я... То сейчас я так не сделаю. Да ладно, что может случиться? Добро пожаловать в мой дом. Вы можете взять кресло Дани. 3 мяча, пожалуйста. Вы получили 3 шара. Что это? И зачем мне нужна костюм птицы, чтобы маскироваться? Ну ты же сам поменяла, что для защиты нужно специально. Для специальности, что ли? Конечно. Я бы на этом не согласен уже. Правда? Правда. Думаю, где костюм, где вещи. И там, где костюмы, где и есть. Можно сказать хотя бы что-то. Вот что за дела? Я не могу связаться с этой девушкой. Ну так надо. Сейчас. О, вот здесь. Спасибо, что помогли. Камера, которой я его покупал. Я ее покупал в шумовых магазинах. Там была просто оригинально. Думаешь, что так просто? Вот, конечно. Возьми телефон. Вы получили новый телефон. Теперь вы можете позвать своих друзей в битве. Спасибо, что приняла меня. Назад. Не беда. Просто... Привет. Я потерял свой гвозду. Не поможете мне его найти? Нет, это все моя вина. Я то, что сделал, это не моя. А теперь все. Через 100 плавки? Нет, через 50. Из-за этого же вы получили 30 чипсов и 30 лимонадов. Вы получили неплохой бонус. Стоило так. Итак, нам нужно победить финал босса, чтобы мы не стали таким же игроками, как в канале Adult Swim. А как мы это сделаем? Может, в этой месте? Да, нам лучше тут. Но мы все еще не готовы. Ведь надо забрать много жизни. Хорошо. Но мы все еще не забрали полов. И врагов больше не осталось. Давайте сейчас споем еще одну батальную музыку. Вы получили еще одну жизнь. Тут нет ничего, тут пусто. О, это какой-то механик стоит. Механик.
А больше нет ничего? Нет. Только с этими крутыми, как в обычном стиле, мы похожи на нас. Вот черт. Только я хотел сказать, что эта игра хороша, чем я думал. Да, но, как кажется, твоя идея намного лучше была. И как оказывается, это не моя мысль, о чем я думаю. Короче, моя правила. Чтобы победить игру, надо победить меня. Твоё гнев. Ну это дела, так что за проблема? Это нехорошо так. Просто. Так, значит, моя приставка сделана такая. Что же делать? И нас больше нет. Видеоигры. Покажем новому Сайонете. Ты не собираешься его бить? Я не собираюсь его обижать, я только... Кстати, что будет, если мы поиграем? Думаю, я не знаю. А как же насчет этого, чтобы начнем новую игру? Как же новому его делиться? А я не знаю, давай посади. Давай электрически осади. У меня есть итоги. Опа! Надо ее выбить, я не знаю. Кажется, Блак садится, пора ее прекратить. Поздравляю, вы получили приз. Вы получили лучшую концовку. Хотите начать новую игру? Да? Нет. Нет. Спасибо за игру.